Она повсюду, куда ни глянь. Вы думаете, что психиатрия не имеет к вам никакого отношения? Подумайте еще раз. Психиатрия проникла в каждый аспект вашей жизни. Всем привет, с вами Макс Кук, и сегодня мы снимаем новый сюжет про заброшенную немецкую психиатрическую клинику Алленберг. Жека, пару слов, что ты ожидаешь от места? Жуть, тлен и безысходность. Что-нибудь необычное и яркое. Да, еще погода такая способствует атмосфере. Следите за событиями. Скоро будет круто. Провинциальная психиатрическая больница Алленберга. Медицинское учреждение для психически больных, которое работало с 1852 года по 1940 год в Виллау, ныне Знаменске, Восточной Пруссии. Больница была построена за 4 года, с 1848 по 1855 года, на левом берегу реки Лава. После открытия 1 сентября 1852 года первые 59 человек были направлены туда из клиники Кёнигсберга. В 1873 году количество мест увеличилось до 250, в 1900 году до 1000, а к 1929 году в больнице насчитывалось уже 1400 пациентов. То есть это был крупнейший комплекс на территории области, помимо больниц в Топиау и Ольштине. Ходило даже выражение: он из Алленберга, что означало, что у человека реально не все дома. И сегодня мы зайдем сюда и глянем, что же сохранилось с тех самых времен. В 1909 году в Алленберге началась эпидемия оспы. Во время войны также многие пациенты умерли от гриппа, туберкулеза, недоедания. И в 1918 году осталось только 586 больных. В 1940 году больница была закрыта. Неизлечимые пациенты были расстреляны, а остальные направлены в семьи или другие лечебницы. После 1945 года здания были переданы советской армии и использовались в качестве казарм. Тут изначально базировался танковый гарнизон, а потом связь флота. После войны на территории части сначала был расположен танковый дивизион, а потом находилась войсковая часть 01-907, 81-й радиотехнический полк дважды краснознаменного Балтийского флота. Но в 2014 году военные ушли и отсюда. И теперь наша часть оставлена и заброшена. И сегодня мы пройдемся и глянем, где жили психи, а потом солдаты. Место весьма жуткое и атмосферное. Будь осторожен, здесь возможно.
такие сюрпризы нам приносят свежезаброшенные войсковые части. После войны здесь располагалась сначала танковая часть, потом 81-й радиотехнический полк Балтийского флота, войсковая часть 01-907. В самом начале 2014 года отсюда ушел последний солдат, и часть очень быстро была разворована, что мы видим. Возможно, где-нибудь именно в таких вот стрёмных местах проводили определенные эксперименты над пациентами. В этой части расположена замечательнейшая и красивая кирха. Но после войны она была заброшена. На первом этаже кирхи располагалась столовая. На втором этаже кирхи находился кинотеатр для военнослужащих. С 2005 по 2009 год кирха восстанавливалась усилиями прусского землячества и лютеранской общины. В башне на лестнице поставили перила. В самой башне на втором этаже располагался небольшой музей, где хранились экспонаты, принесенные местными жителями и подаренные прусским землячеством. Но когда кирха была передана нашей любимой РПЦ, все работы на кирхе были свернуты, и кирха сейчас стоит заброшенная. На территории части очень много различных входов подземелья. Некоторые из них технические, а некоторые выглядят весьма и весьма жутковато. Возможно, в наше время они уже и были переквалифицированы по что-то мирное. Но какие лечебные процедуры тут проводили добрые немецкие айболиты, которые пытались вылечить людей, я не знаю. Но места эти очень и очень мрачные. И достойны отдельного фильма ужасов. Ha 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 ha!
греют мрачные подвалы. В этих самых помещениях находились сотни и сотни душевнобольных. Потом располагался СС, а сейчас тлен и безысходность. Но эти стены застали еще казарменную дедовщину, которая проходила в этих самых местах. Место с очень интересной энергетикой, достойно для посещения. Сегодня увидели. Очередной памятник культуры и архитектуры стоит брошенный. Действительно, все очень печально, как всегда. Красивейший комплекс зданий, который может быть изюминкой города, стоит и разворовывается. И как сказала одна местная жительница, что возможно он пойдет под кирпич, и что передислокация войск в Гвардейск была совершенно не нужна. Так сказал Шойгу. Все это очень печально. С вами был Макс и Женечка-подоночек. До новых встреч на объектах. Пока. Потом здесь танковая часть стояла в 66-м году, а в 67-м году ПВО, который перебросили резко. Гвардейск прилетал сюда, Шойгу. Сказал все. И сказал, эту часть не надо было трогать, она стояла на своем месте. И я ее планирую восстанавливать. А теперь сказали, теперь все под кирпич. Все, смотрите, под кирпич. Под снос. Ну, это последняя сплетня, которую я вам говорю. Да стопудово под кирпич. Под кирпич, вы представляете? Немецкий кирпич, он ценен здесь. Он, видите? Да, вот. А вот там, по той стороне, там уже, не знаю, вывезли, уже было уложено. Это как в Черняховске, все это под разбор пошло. Оказывается, нельзя было даже вообще часть эту трогать, она стала на месте. Там кто-то я вот лично положил. Здесь, лично вот здесь, вот на этом месте, с 81 года проработала. Я 30... Больно, наверное, теперь ходить смотреть на все. Не очень приятно. Вот хотим все зафиксировать, чтобы сейчас снесут, хоть память какая-то останется. А уже, если бы еще хотя бы год назад приехали, еще что-то целое. Ну да, видно, что здесь уже подросло. Надо же, общага была на пяти. Ага. Субтитры сделал DimaTorzok
скептик. Дурки, вязкие, нейролептики. Мой маленький мир прощает сотрясение мозга. Психоделические плети и розги. Мой маленький мир благодарит. Мой квадрат так чисто завид. И может кто-то скажет, что я на измене. Но мы с моим бойцом укрепляем стены.